Так, всем добрый день. Сегодня мы находимся в офисе 835 в Тюмени. И у нас сегодня и выдача заказов активная, и фестиваль красоты, макияж, девчонки знакомятся с продукцией. А мы пьем чай и обзваниваем сразу и спящих, и активных всех. И у нас сегодня еще есть радость. Мы с утра, да, все такие довольные и счастливые. Лена, расскажи. Почему ты такая сегодня счастливая? Потому что нежданно, негаданно просто делаешь свою работу, то, что нужно, по идее, делать, и компания за это еще дарит тебе подарки. Это просто супер. Причем подарили то, что именно я хотела, вот честно вам говорю. У меня прямо нет эмоций, я даже не знаю, что говорить. Что? Лена, представься, пожалуйста. Меня зовут Лена. Ударцева. Ударцева, да. Какая радость-то у тебя сегодня? Я получила подарок. За то, что сделала 10 звонков, так, по идее, и участвую в марафоне. Делая свою работу, ты получаешь подарки. Да, круто. В том-то и суть, ты делаешь то, что ты должен делать, по идее. То есть ты растешь, и одновременно за это еще компания тебе дарит подарки. Это очень круто, я думаю, что таких компаний, в принципе, больше нет. Но ты еще узнаешь продукцию, я знаю, что ты да, хотела да, на вейдж набор. Да, попробовать именно эссенцию, но я откладывала на 20 блоков. По результатам. Вот. И сейчас я, в принципе, смогу еще в чем плюс. Компания дарит те продукты, которыми можно работать. То есть я сейчас ее получу, попробую на себе, обязательно покажу девочкам на работе и обязательно буду показывать своим клиентам. То есть плюсы все, ты делаешь то, что ты должен делать, получаешь за это дополнительные подарки, хотя ты и так это делаешь, растешь и можешь работать этими подарками и еще дальше зарабатывать. Вообще круто, да, просто вообще круто. Как давно Лена-то зарегистрировалась? С июня 2018 года. Да. Июля 2018 года. А как этот процесс происходил? Как этот процесс происходил? Всем же интересно, как приглашать людей. Вот как тебя пригласили? Я просто хотела заказать тушь. Мне нравится тушь, мы любим 5 в одном. И Лариса Семеновна была. Шла случайно, оставила каталог. Случайно, не случайно. Я вас постоянно поставляла. У нас две смены, просто именно в нашу смену зашла, когда я там была на работе. Ну и как-то, в общем, вместе с тушью я получила подарок, информацию. Информацию. Потом приехал Сергей Петрович вместе с Ларисой Васильевной, рассказали мне, я захотела пробовать это. Надеюсь, что даже использовать. И понеслось. Уход за лицом разобрали, wellness разобрали. Кстати, я оформила подписку на wellness, на LifeBooks, очень довольна. Надеюсь, на еще больше результатов. В общем, плюсов очень много в этой компании. И здоровье, и красота, и доход, и общение, и все очень классно. Все замечательно. Девочки, помашите рукой. Вот, большие молодцы. А мы идем пить чай и обзванивать дальше. Всем спасибо. С вами у нас завтрак у нас еще.